Всемку. Сейчас, секунду, 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 кое-что сделаем. Во, готово. Всех приветствую. Так, я, наверное, в этой серии хотел бы больше поговорить. Именно конкретно с теми людьми, кто играл в эту игрушку. Как вам игра вообще? Как по мне, я не знаю, она еще сырая. Ну, то есть сыроватая. Я не знаю, как это объяснить, где внутренние мои ощущения, но как по мне, игрушка реально еще сырая. Во-первых, оптимизация никакая, во-вторых, мне здесь скучно. Мне реально скучно, мне реально нудно, я не знаю, чем себя занять. Вот я поставил себе бак с водой, я могу себе добывать бак с кислородом, я таки разобрался, как это делать. Сейчас пройдемся по этому. Вот у меня теперь есть средние эти, как его, солнечные панели. Есть аккумуляторы. Насколько мне тут аккумуляторы? На 1500 киловатт-часов. И 504 я сейчас выдаю. Что-то как-то маловастенько, наверное, из-за того, что пыль, да, на вас там. Или в чем проблема? Ну, я думаю, нам, в принципе, должно... Должно этого хватить, наверное. Так вот, что новенького, что старенького. Так, давайте дальше немножко отойдем, чтобы нам не мешало. И я сейчас вам покажу. Я даже сейчас, когда бегу, у меня оно фризит. Хотя, в принципе, у меня стоит все на средних настройках, я бы сказал бы. Так что, так, что у нас тут есть? По поводу технологического древа. У нас все открыто. Есть все чертежи. Есть все, получается, эти как его штуки, кроме вот этих вот синеньких. Я так и не понял, как их открыть. Ну, пока вместе даже и не буду. Так что все открыто. Вот у нас есть чертежи. То, что у нас на данный момент, показать еще заблокировано, то, что у нас доступно. По поводу ресурсов, по поводу стройки, по поводу всего. И гараж. Тут можно будет еще построить грузовик, тяжелый марсоход, потом резервуар в мастерской и система, противометеоритная система. Короче, метеориты, эта штука должна их сбивать. Вот у нас есть с вами тяжелый марсоход. Классная штука, ну не знаю, я здесь в основном отдыхаю, я на нем еще не катался, так сюда перегнал. Можно зарядить себе свой скафандр. Ну, и мне нравится, что здесь много места у нас. Что мы можем сюда все лишнее с вами сложить. А лишнего у нас с вами очень много. Так вот, что я себе здесь построил? Честно, не знаю даже, о чем будет этот ролик. Наверное, просто будем ходить, и я то, что вспомню, то и буду говорить. Да, вот эта вот метка 63 метра, это я чисто поставил. Можно ее даже убрать. Поставил, чтобы не заблудиться. Я ездил. Так, правой кнопкой мыши удалить. Все. Пока мы с ним будем отслеживаться. Поставил себе. Так, давай. Поставил себе тут такой вот 3D принтер. В 3D принтере, в принципе, ничего нового я не увидел. Нету никаких новых штук. Ну, кроме реактивный ранец, ну, он мне не нужен. По большому счету. Ну, тут еще вроде бы где-то как-то можно делать ракеты для наших этих. Да-да-да, предупреждение нехватки. Сделать ракеты, по-моему, для нашей штуки, которая будет сбивать ракеты. Потом вот эти вот столы. Они находятся у нас... Где ты? Находятся они на сеткио, жилой модуль. То есть верстак, принтер мастерской, ботаника, механика, материалы и так далее. Единственная тут полезная штука из этих всех, это вот этот вот предмет. То есть сюда заходишь, берешь, к примеру, тут болгарку, и болгарку себе уже прокачал на третий уровень, перетаскиваешь болгарку. Левой кнопкой мыши зажимаешь, нужно еще попасть в эту вот штуку. Во, попал. И тут есть починить и обновить. И ты обновляешь, получается, до третьего уровня. Когда обновляешь до третьего уровня, ты можешь сносить любые постройки. Я так и сделал. Случайно нажал, да?
Так и сделал все, теперь я сношу постройки, теперь у нас, как говорится, с этим проблем нету. Но единственное, что когда ты сносишь постройку, вот это вот наша постройка, вот эти вот, что рядом находятся, вот ее уже нету по факту, они не исчезают. Я не могу понять, почему. Удалить я как бы не знаю, почему она не исчезает. Ну, вы поняли, да? Я ее полностью разобрал в ноль. Но все равно она у нас отображается на карте. Ездил сюда, в принципе, все одно и то же. Я не знаю, это брать марсоход и просто кататься. Ну а смысл? Ну ладно, накрафчу я себе еды, накрафчу я себе кислорода, ну и поеду. Но там же ничего не поменяется, ну, правильно? Я понимаю. Так что здесь у меня верстаки, здесь еще у меня две штуки каких-то не хватает. Чего мне не хватает? У меня не хватает химической лаборатории и химия-технологическое древо-таблица. Наверное, мы там будем смешивать наши семена, и они должны будут в что-то там мутировать. Так, идем дальше. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Сделал вот такую комнатку на два этажа. Здесь у нас идет выход к нашим солнечным батареям. Там у нас находится наш этот склад, где мы можем на 3D принтере работать. Здесь у нас ванная комната. Использовать. О, хорошо. Хорошо сидим, да? Так, ладно. Хорошо сидим, это хорошо, конечно, но нет, так, не туда нажал. Выйдем. И я сделал себе маленькую комнатку для отдыха. Можем, в принципе, даже поспать. А что у нас нехватка сна? Давай до 7. Да, давай так поспим. Не знаю, в чем прикол, почему у нас нехватка сна. И почему он так долго ложится спать. Available point for technological advancement. Как все медленно происходит. Я бы не сказал, что у меня есть система прям слабенькая. Монитор, конечно, у меня не очень, но вот по поводу ПК должно было справляться, но что-то оно не хочет. Ладно. Мы поспали, кушать, пить мы не хотим. Кислорода у нас тут есть. Так, здесь у нас с вами что? Здесь с вами у нас еда. Сколько? 48%, 48, рост 63. Можем скоро собирать картоху. Здесь у нас стоит эта штука, которая извлекает семена из нашей картохи. Здесь у нас готовится, по-моему, еда, если не ошибаюсь. А тут у нас в холодильничке как раз находится и еда. Давайте, наверное, возьмем картосю и попробуем сделать сухпайки. В прошлой серии, конечно, мы делали, но ладно, давай. Available point for technological advancement. Мне нравится, что оно так быстро все происходит. Бумс. 99 штучек. Хорошо. Хорошо. Вкусно даже, я бы сказал бы. Так, давай, пока мы с тебя положим. Холодильничек, давай вот сюда. Так, у меня, по-моему, где-то еще контейнер с семенами был, если я не ошибаюсь. Ну, либо нет. Так, идемте положим камушек туда, где он должен быть, и попробуем что-то построить. Я даже не знаю, что его строить. Жарю, игра меня реально не заинтересовала. Вот когда я выживал на Венере, вот там, да, там было прикольно. А здесь я не знаю. Не мое. Так, инвентарь. Мы же, конечно, не раскусил игру, и дальше, когда мы поставим спутниковую тарелку, нам прилетят инопланетянин, и мы будем отбиваться, но я думаю, навряд ли. Так, сколько уже? 7 часов. Давайте посмотрим, что мы сможем с вами построить. Что-нибудь такое построить, посмотреть, что оно и как у нас есть. Так, давай смотреть, что это такое антенна. Не знаю, зачем антенна. Средняя антенна, маленькая антенна. По поводу фонарного столба, мне интересно, оно тут нужно подключать. Тебя получается, да, ты не будешь просто так работать. Нужно будет подключать проводку к тебе. И это геморройно. Хотя ночью все равно мы ходить в скафандре не можем. Я попробовал улучшить свой шлем, у меня не получилось. Ладно, с фонарем. Ракета, большая антенна. Зачем нам вообще, в принципе, антенна? Что мы тут делаем?
Давайте попробуем куда-то ее поставить. Тут недалековастенько. Я даже не знаю, куда ее поставить, эту антенну. Тут мы не можем. Можем, да? Давайте перевернем. Давай перевернем. Давайте поставим вот так. И посмотрим, сможем ли мы ее сделать. И сможем ли мы подключить под тебя. Отлично. Так, что мы тут делаем? Угу. Мне нужно подключить под тебя, открыть. Так, я что-то вставил, да? Или нет? Открыть. А что тут пусто? Закрыть. Ладно. Ладно, так, давайте попробуем, значит, где у нас тут отключить. Что подключить? Так, погоди, 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 что я хотел? А, ну да, это у нас система, получается, идет на... кислород на постоянной основе и на водичку. Да. Так, идемте поспим. И попробуем от солнечной панели потом запитать нашу тарелку и посмотреть, как оно работает. Как говорится, будем импровизировать. Не знаю, наверное, сегодня будет последняя серия по прохождению этой игры. Так как я... Ну, я реально не знаю, о чем тут снимать. Ну... Из пальца... высасывать контент. Я построил дробилку, я поехал на край Марса. Ну, Oxygen, такое себе. Да, с кислородом у нас нормально. Все, доброе утро. Так, а что там по поводу температурки нашей? Что там по поводу температуры? Что у нас тут? А ну. Замерзаешь? Минус 54 градуса. Моя ж ты зайка. Не, давай еще поспим чуть-чуть. Давай хотя бы до 9. Во. Здоровый 24-часовый сон. Должен быть. Либо часовой, либо часовый. Тут уже сами решайте. Так, как же ты это все медленно делаешь? Нужно зарядить. Нет, вроде не надо, да? Все, 100%, вроде есть. Идемте попьем водички. Попробуем подключить антенну. Что это за антенна, я даже, как говорится, и без понятия. Так, делаем сёрп-сёрп. Сёрп. Все, хорошо, сёрп-сёрп-сёрп. Тут мы забираем у тебя зарядку. Я надеюсь, ты зарядился за это время. Дай, пожалуйста, дай сюда. Мне нужно подключить антенну. Так. И хибдыж. Отлично. Так. Что? Что, кого, куда? Я так понимаю, сюда нужно что-то, да, подключать? Вот сюда что-то подключается или нет? Что за антенна? Чертежи. Хорошо, антенна. Средняя антенна. Средняя антенна. Зачем нам средняя антенна? Что мы тут будем... На средней антенне. Короче, маленькая антенна что-то у нас не работает. А я могу залезть наверх? Не, не могу. Но я так понимаю, здесь должно что-то вставляться, по идее. А тут ничего нету. Тут только две дверки. Сюда, наверное, что-то подключается. Но не может быть просто так, что оно ничего тут не... Терк-терк-терк, стук-стук-стук, чик-чик-чик-чик. Инопланетяне, ау. Ладно. Давайте, знаете, как сделаем? Сделаем так. Положим здесь кабель. Тебя мы разберем. Попробуем построить среднюю антенну. Хватит ли нам на это? Хватит ли нам на это? Ну, по идее, должно хватить всего. Чпунь. Так, давай. Да, прокачал себе горелку. До третьего уровня. Вообще шикарно. Так, давай смотреть. Подключаем. Подключаем. И ничего. Не работает тут. А почему она не работает? Почему я не могу залезть? Зачем она тут нужна? Что ты хочешь от меня? Ну тут должна быть... Что? Что тут должна быть? Что ты тут прячешь от меня? Фонариком свечу, а ты ничего не прячешь, да?
Ладно, давай дальше смотреть. Ага, а тут прям большая антенна. Ну, может, я что-то упускаю? Так, реактор. Нет, 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 не то. Ну, значит, что-то я не понимаю. Так, кто устанавливал антенну, скажите, пожалуйста, что не так? Ладно, ладно. Спасибо за подсказку. Тогда подключаем тебя вот сюда, в первый чпоник. И пусть спокойно себе работает. Мы тебя разбираем. Ты нам не нужна, антенна. Антенна, уходи. Так. А, да, напомните мне в конце видео показать, что будет, когда вы болгаркой попробуете распилить ваш внедорожник. Прикольная штука получается. Так, давайте смотреть, что мы можем с вами дальше здесь построить. С антеннами мы поняли, мы разобрались, да? В принципе, мы ничего не можем там сделать. Так, что нам нужно? Нам нужно будет, наверное, с вами взять шлюз. Шлюз. Или нет? Или куда? А, да, вот. Вот, наверное, сюда мы возьмем бам-бомс. Сделаем шлюз, а рядышком здесь мы с вами поставим. Давайте смотреть, что мы можем поставить. Это у нас теплица. Угу. Теплица, теплица. Это грядки, это инкубатор для растений. Он нам не нужен. Инкубатор нам не нужен. Компостер. Машина для модификации семян. Ага. Это у нас купол маленький, купол средний. Купол большой. Ладно, давайте попробуем построить теплицу. Ух ты, какая ты. Какая ты большая теплица. А почему я тебя не могу сюда установить? Что тебе мешает? Говорится, что с тобой не так и почему я тебя не могу сюда установить? Алло, теплица. Или мне надо достроить просто будет с тобой переходник. Ну ладно, давайте попробуем построить. Попробуем сделать теплицу. Хотя надо было, наверное, сделать переход тройной, да? Потому что дальше как мы сюда пойдем? Через теплицу вроде там нету выхода, если я не ошибаюсь, либо есть. Так, давай, теплица. Алло. Ничего не вижу. Вы хоть что-то видите? Я ничего не вижу. Почему теплица сюда не подключается? Что не так? Что с тобой не так? Почему ты сюда не хочешь подключаться? Так, угу. Сейчас, секунду, ребят. Может, теплица у нас должна быть отдельно? Или нет? Или да? Или кто? Или тут нужен другой переходник. Ладно, тут есть еще такая вот одна штука. О, нет, ты у нас соединитель. Не то, не то, не то, не то, не то. Где-то у нас соединитель есть. Где я тебя видел? Где соединитель? Вот этот вот адаптер отдельной капсулы. Так, может адаптер отдельной капсулы поставить? Давайте посмотрим, может, благодаря этому адаптеру мы сможем подключить с вами теплицу нашу. Потому что очень интересно, но ничего не понятно. Так, крутись. Давай отойдем назад. И ничего подобного оно не хочет подсоединяться. Ну, то есть, как бы вы сами видите. Оно должно примыкать, но оно не хочет примыкать. Куда мы его поставим? Куда мы его поставим? Хотя должно примыкать. Я не понимаю, понимаю. Я не понимаю, понимаю, как говорится, что тут происходит. Ладно, давай мы тебя стелим. Так, шлюз у нас нормально. Давай пробовать заново. Мы же тебя все равно установим, правильно? Во, вот так оно должно устанавливаться. Все, установись, пожалуйста.
Так, сейчас я назад чуть-чуть отойду. Еще чуть-чуть. Во, хорошо, давай. Ниже. А, может, и ниже надо просто. Так, стой, я что-то... Ага. Все, ровно. Вроде ровно, правильно? Да, вроде ровно. Ну, давайте сейчас возьмем в руку. Мы возьмем с вами эту и сделаем ее. Только буквально одну секундочку. Так, давай-ка начинать. Хватит ли нам, не знаю, материалов для этого всего, но по идее должно хватить, потому что я перед этим ездил, разбирал заброшки. По идее должно быть нормально. Только нужно будет как-то подумать. Здесь у нас есть выход другой или нету? Я хотел бы тут подключить. Да, есть. Это хорошо. Нужно здесь будет сделать. Netherite materials. Чего не хватает? Среднее что? Средняя монтажная плата. Средняя монтажная плата. А я не знаю, у меня средняя монтажная плата не делается. В чем прикол? Если, как говорится, ты смекаешь, о чем я. Но как можно добыть эту среднюю монтажную плату? Так. Малая монтажная плата, малая монтажная, малая. Что мы делаем? Мы подходим вот сюда. Если я не ошибаюсь. Вот сюда открываем. Здесь у нас взяли монтажную плату, да? Малая монтажная. Какая нам надо? Средняя монтажная. Напомни, какая нам надо? Чпоник, малая монтажная плата. Блин, а нам какая надо? Рёбаная игра. По-моему, средняя монтажная плата, да? А я даже не знаю, где мне брать среднюю монтажную плату. Потому что мне надо будет сейчас куда-то ехать на новое место. Разбирать старый хлам. Чего мне хватает? Средняя монтажная плата. Хорошо. Где у нас находится средняя монтажная плата, мне интересно. Где мы можем тебя взять? Ну все. Я больше не буду бегать, честно обещаю. Так, это у тебя какая? Это малая монтажная. Хорошо. И тут малая монтажная плата, да? А средние платы, я даже не знаю, где средние платы у меня находятся. Так, у тебя здесь нету случайно средние монтажные платы? Нема? Скажи честно. Так, а в тебе? И в тебе, да, наверное, малая монтажная плата? Да, маломонтажная. Так, ну что тут? Тут только два варианта. 420 я выдаю, правильно? 504 мы принимаем. Но, в принципе, нам пока мест нормально. Ну что, мы берем тогда, едем и добываем ее где-то. Сейчас посмотрим. Но я не могу их, по-моему, делать, если не ошибаюсь, то в принтере электроники у меня, по-моему... Не в принтере электроники, в 3D принтере. Но мы вроде договорились, что мы будем называть его принтер электроники. Так что в этом принтере электроники его, по-моему, нету. Здесь электроника, солнечная панель. Почему здесь нельзя делать монтажные палаты? Так, ящик, деталь, сталь, пластина, солнечный элемент, алюминопластина, электроника. Ну, то есть, нема. А как мне это делать? Это мне нужно постоянно ездить, шукать эти, как его, заброшки. И самое интересное, что я даже вот здесь нигде их не смогу сделать. Потому что когда сюда заходишь, тут инвентарь и электричество. Электричество это то, что мы можем открывать. Но тут уже все открыто. Все, у нас даже запас есть. Ну, либо я чего-то не понимаю. Инвентарь, контейнер. Контейнер. Ну, допустим, не знаю, что в тебя закинуть.
малую монтажную плату без электроника. Не, ничего нет. Ладно, давайте садимся тогда на скутер и поехали. Поехали искать заброшку. Только самое интересное, что я заброшку поблизости не знаю, где я везде уже был. Вот там за горами был, вот там за горами был, проехал 2 километра. 2 километра это Онгогосички. Так что давайте попробуем по мини-карте посмотреть по радару. Так, мы тут я тоже разобрал. Так, что это? У нас где-то вот тут есть отслеживание зелененьким. Давайте посмотрим, сколько до тебя километра. 1480. Ну, по-моему, я тоже там был. По-моему, если не ошибаюсь, я тоже там был. Давайте попробуем съездить. Сейчас как раз посмотрите, как оно меня лагает. Как говорится, optimizations. Давайте посмотрим. Но, по-моему, я там уже был. И да, и надо ездить очень аккуратно и возите с собой, если все-таки захотите поиграть в эту игрульку, возите с собой, во-первых, аптечки. И, во-вторых, там есть у вас изначально дается ремкомплект шлема. Потому что, когда вы падаете, у вас сразу повреждается шлем. И у вас минус кислород. Так, ага, это что такое, что это светится? Ну, вряд ли у тебя будет маленькая монтажная плата, правильно? Да, я поездку врезать не буду, как раз посмотрите, что вас ждет, если вы надумаете в эту игрульку поиграть. Вот, про что я говорил. Здесь я полностью разобрал местность, а вот если посмотреть на мини-карту, дай мне мини-карту, то есть вот оно, вот это вот помещение, и оно даже не исчезает. Могли бы добавить, чтобы оно, когда ты убираешь, чтобы типа не путаться. Маленький двигатель, маленькая турбина. Не, это нам не надо. Так, такое у нас с вами есть. Едем дальше. Блин, по-моему, я там уже был. По-моему, я в этой местности уже был. И с этими платами, либо я что-то не понимаю, но либо реально их нельзя делать, их. Эти платы. Это выбешивает. То есть ездить по 3000 часов, чтобы найти себе какую-то плату. Вместо того, чтобы наслаждаться игрой. Сами понимаете, да? Не камильфо. Так. Главное сейчас не перевернуться. Блин, так и хочется заехать на эту горку. Так, тихо. Во-первых, то, что ты лагаешь. А во-вторых, здесь можно перевернуться. Я бы не хотел бы. Так, что это за антенна там стоит? Есть ли в ней монтажная маленькая плата или нет? Да, если ваш этот, как его, байк застрянет, просто подходите к нему и нажимаете R-очку. И тогда должно разлагать. Стоп. Хорошо, отлично. Так, давайте заедем, попробуем срезать эту штуку. Блин, а я забыл метку поставить на нашу базу. А мы сейчас заблудимся, мы по-любому заблудимся, я себе знаю. Будем потом блуждать. Так, где наша база? Наша база где-то должна быть. Мы уже заблудились, да? А, вот наша база отслеживания. Каким поставить? Давайте красненьким поставлю. Все, хорошо, поехали. Если заблудимся, а вы по-любому заблудитесь, то ставьте сразу метку. И по метке можно будет вернуться назад. Так, давай мы тебя распилим. И поедем дальше смотреть. Интересно, кого ты тут вызываешь, а? Кого ты тут стоишь, вызываешь?
Так, ты пиляешься вообще? Нет, эта штука не пиляется. Самое интересное, значит, она по дефолту тут стоит. Окей, значит, ее спилять нельзя. Ладно. Спасибо, игра. Давайте едем, ищем, смотрим. Смотрим, ищем, интересуемся. Ага, ты тоже стоишь, да? Так, тут теперь самое главное, самое главное не перевернуться. Так, до тебя я тоже, походу, не могу спилять. Нам 300 метров. 300 метров. Вроде недалеко. Вроде так опасно. Да, там я тоже был. И здесь, походу, я... Тихо. Все, 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 все. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Не знаю, что она так подпрыгивает. Так, кто в реальной жизни катался? В реальной жизни она тоже так подпрыгивает? Или это чисто для меня так? Разработчики сделали. Ну все, 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 все. Все, тихонечко, тихонечко. Да, лагает, да, не оптимизировано. Что поделать? Вы же хотели на Марсе повыживать. Вот выживаете. Так, пожалуйста, пусть там хоть что-то будет. Да, есть, хорошо, отлично. Только маленький домик, и не уверен, что тут вообще хоть что-то будет. А дальше ехать у нас нету, во-первых, времени на это. Скоро темно будет. А темно уже, да? Уже, да. Уже, да. Надо было выйти. Уже 6 часов почти, и нам нужно возвращаться домой. Так, ага, это не то. Мне нужна плата. Плата, пожалуйста. Пожалуйста, ну я понял, тебя проще, наверное, спилить, да? Ладно, давайте, наверное, так и поступим. Будет проще, наверное, тебя спилить. И как раз посмотрите по времени, сколько это все занимает. Это все занимает очень долго. Сейчас оно как раз одним скопом у нас должно и упасть. Так, нет, что-то встал, я хотел переключиться. Так, маленькая труба, хорошо, стеклянная панель. Что еще у нас есть? Стальная пластина. Не, мне нужна другая штука. Не знаю, почему нельзя было сделать крафт этого всего. Почему я должен ездить кататься? Так, все, что тут повыпадало? Здесь у нас электроника, но электроника у меня за по глаза есть. Планшет мне не нужен. Маленькая монтажная плата, да? А нам нужна средняя, по-моему. Мне маленькая не нужна. Все. Ну а тут, я думаю, ничего не будет. Здесь можно даже и не пилить. Как там было? Пилите, Шура. Пилите. Давай посмотрим. Так, аптечка, планшет, малая монтажная плата. Малая, мне нужна средняя. Средняя у нас нету, и нам нужно ехать домой, потому что мы замерзнем, нам нужно ложиться в падки. Ой, бред. Ладно, поехали отсюда. 1500 метров. В принципе, недалеко, но я уверен, что мы сейчас пару раз с вами еще и перевернемся. Ну, вот такой вот геймплей, ребят, в этой игре. Большую часть времени вы будете ездить, шукать себе всякие платы, штуки. Если особенно вы играете себя там на хардкоре, то вам нужно будет искать вот эти вот планшеты, открывать чертежи и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не знаю, почему нельзя было сделать, чтобы все доступно. Платы можно крафтить и все можно себе спокойно делать. А тут я не выйду, да? Или выйду? Ну, либо, не знаю, либо сделать какого-то продавца, который тебе там платы продаст за... Тихо, все. За 200 тысяч руды. Тем более, здесь руда, я так понимаю, тоже заканчивается, ну, то есть... Не знаю. Хотелось бы почитать бы ваше мнение.
Она вроде красивая, вроде что-то и новенькое, но реально чего-то не хватает. Я специально еду аккуратно, чтобы не разбиться. Потому что это будет неприятно. Конечно, у меня есть запасной шлем, еще лежит в марсоходе. Тихо, 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 тихо. У меня шлем еще запасной есть, лежит в марсоходе, но... Сами понимаете, что лучше иметь два шлема, чем один. Так, ага, вот. Обнаружено падение. Все. Вот, ребят, мы упали. Так, шлем у нас поврежден, как видите. Давайте туда бежим. Бежим, бежим, бежим. Тихо, 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 тихо. 50%. 50% accident. Да-да-да. Дай мне туда ремонт комплект. Все, хорошо. Берем инвентарь, ремонт комплект. Использовать. Все. Шлем у вас починен. Мы молодцы. Кислород не уходит никуда. Так, хорошо. Давайте, наверное, еще и аптечку используем. На всякий пожарный. Ну все, поехали дальше. Гребаная игра. Гребаные камни. Гребаный вездеход. Все, 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 все. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихонечко. Available coin for technological advancement. Да. Лучше бы сказала, где мне плату найти. Ну все, ну пожалуйста, ну все, ну тихо, тихо, у меня один ремкомплект остался. Падла. Сейчас нужно лечь баеньки. Лечь баеньки. А что-то подумать. Я не знаю, а где мне еще используется эта плата? Может мне что-то разобрать просто? Может мне что-то разобрать? А что разобрать? У меня везде маленькие монтажные вроде используются. Чтоб вот такого разобрать, потому что если я сейчас опять поеду куда-то навстречу приключениям, то это будет опять минут 40, наверное, занимать времени. Я хотел бы построить тепличку. Не знаю зачем, мне в принципе и в инкубаторах неплохо выращивается. Так что да. Короче, серия ни о чем. Sleep deprivation warning. Alert. Как вы поняли. Но зато я уже записал вторую часть про ресторанчик, где мы работаем с вами шеф-поваром, так что. Так что хоть это. Ой, это хоть что-то радует. Да, у меня уже язык заплетается. Сколько мне на часах? 2 часа ночи, ребят. Да, держу в курсе. 2 часа ночи, все спят, а я тут, кирица, в свободное от работы время вам записываю. Это достойный лайк. Да-да-да, кликбейт на лайки. Так, ладно, давай останавливаемся. Давай, выходим и идем, идем, лагаем и ложимся спать. Все. Давай, до 9:10. Поспи немножко. Во, умничка. И еще медленнее. Еще медленнее. Это можно все делать. Да неужели ты проснулся? Доброе утро. Так, ладно, давай на В. Жажда, голод. Голод, у нас голод, жажда, скафандр, кислород. Хьюстон, все пропало. Давайте попьем водички. Water refilled. Бора, репент. Так, где тут? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Идемте пополним запас кислорода. Запас кислорода у нас, по-моему, где-то здесь можно пополнить. Да, я еще внутри не поставил себе запас кислорода. Ну, я думаю, он мне там и не нужен. Бум. Так, давай сюда. Давай инвентарь.
Старый, давай два. И все. Наполнение кислородный баллон. Чпоник. Все хорошо. Отлично. Запрятали. Блин, я даже не знаю, куда бы его поехать, чтобы его разобрать бы. У меня, в принципе, ничего нет. У меня маленькие монтажные есть. Больших нет. Если я сейчас что-то разберу. Не факт, что... Давай посмотрим, есть тут средняя монтажная плата. Используется ли вот тут у нас... Где у нас 3D? Так. Нет, оно не используется. Где у нас используется? Стальная пластина, алюминиевая пластина. Здесь... Большая монтажная плата. А мне нужна средняя, да, монтажная плата? Да. Так, ладно, ладно. Давай смотреть, где тебя найти. Здесь мы, по-моему, вот тут тоже были. Блин, ехать вот сюда, к примеру. Ну, такое себе удовольствие, я тебе скажу. Здесь мы на зелененьком уже были, да? Да. Удалить. Так, угу. Хорошо, давай отслеживание зелененькое. Давай сюда съездим. Шо, а что робить? Трабоихаты. 1400. Хотя, по-моему, я тоже там был, если не ошибаюсь. Я, по-моему... Тоже там был. Можно, конечно, на марсоходе было покататься, но он сильно медленный. Да, по-моему, мы там тоже были. Не конкретно мы с вами, а я говорю за себя и моего персонажа. По-моему, мы там тоже были, потому что оно сильно близко. Там, где сильно близко, я уже в радиусе 2 километров, 3, я уже все облутал. Так что едем. Не знаю, давайте так, сейчас поедем туда. Если там ничего нету, я в принципе думаю, можно прохождение этой игры на этом канале и закончить. Не знаю, мне не зашла игра. Рано ее еще выпустили. Вот реально еще рано. Ну то есть как бы зачем? Не, может я что-то не понимаю, может эти монтажные платы можно где-то их делать и крафтить, но я не нашел. Вот реально не нашел. В принтере электроники этого... 3D принтере, хорошо, в 3D принтере, да. В 3D принтере этого нету. Тихо, 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 не перевернись только. Где его искать, я в душе не знаю. Так, идем смотреть, идем смотреть. Так, вот, вроде там что-то есть, но, по-моему, я там уже был, да? По-моему, там остались только эти баллоны. Сейчас посмотрим. Да, я, по-моему, здесь базу уже разбирал, здесь одни баллоны остались. Ага. Так, или нет? А не. А нет. Ну давайте попробуем разобрать тебя. Давай возьмем в руки. Все, выходи. Берем в руки болгарочку. Берем в руки. Я сказал болгарочку. В руки берем. И попробуем разбирать. Так, маленький двигатель, электроника. Это нам не надо. Мне нужна средняя монтажная плата. Нема? Ой. Нема. Нема, нема, нема. Так, что это? Контейнер с семенами. Спасибо, очень приятно. Маленькая труба. Да нет, большая труба. Так, что-то выпало. Еда и что-то еще выпало. Да, 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 дай мне, пожалуйста, средняя монтажная плата. Пожалуйста.
Не? Не, не хочу. Ладно. Давай тебя уже запиляем до конца. Солнечная панель, спасибо. Еда и болты, спасибо. Что у нас тут? Ладно, еду мы возьмем. Болты, как в сталкере. О-о-о-о. Нормально, мы возьмем. Солнечную панель мы возьмем. Так, что это? Кабель мы не возьмем. Ну, давайте уже допиляем. Не оставлять же ж на полпути, правильно ж? Так, солнечные элементы, труба, маленькая труба. Все, в пыль, просто в пыль все. Стерли. Ладно, едем дальше. Так что давай, игра. У тебя только один шанс. Так, что это? Стоять, стоять. Ага, это проба, это ничего. Крыси только один шанс. Давай, если через 300 метров там ничего не будет. Я тут же сниму шлем и пойду отдыхать. Все. Во, вижу, что-то есть, что-то хорошо. Да, по поводу, если ты хочешь, к примеру, быстро собрать эти, как его, руду, которая лежит на полу. Ну, то есть камни, то тебе нужно просто быстро-быстро клацать мышкой, тогда оно поднимает быстро предмет. Ну, то есть вы поняли, да? Вы это, как его, подходите, к примеру, к предмету и так левой кнопкой мышки быстро так тыр-тырк, и оно быстро его поднимает. Так, давай смотреть, давай смотреть. Если у нас, в принципе, еще свободное место, здесь у нас в инвентаре, да, есть, если что, сюда средняя плата должна попасть. Хотя давайте мы маленькие платы с вами запрячем. Вот такой большой ящик с четырьмя отделениями. Так, маленькая плата сюда, маленькая плата сюда, сюда и сюда. Так, это большая монтажная плата, хорошо. Все, теперь у нас с вами есть место, берем болгарку. Сказал Балахарком. И давайте пилить. Пилите, Шура, пилите. Так, алюминиевая пластина. Ага, маленькая труба. Пакет шурупов. Пакет шурупов. Стальная пластина. Блин, и самое интересное, попадается конкретно то, что я могу делать в 3D принтере. А то, что мне надо, тут его нема. Так, ага, что это у нас? Твердотопленный какой-то топливный. Это у нас еда. Здесь мы застряем в текстурах уже несуществующего дома. И там у нас ничего и нету, да? Здесь у нас еда. А это что у нас? Забытый планшет. Дай сюда. Ну, отдай, пожалуйста. Ладно, давай тебя спиляем. Хотя, может, через тебя его и забрать как раз. Дай. Дай. Ну, игра, ну, пожалуйста. Ну, дай. Ну, что это такое? Ну, раз, хорошо. А тебя, как мне тебя доставать? Как мне его доставать? Я смогу сюда залезть? Нет, не смогу. И бросить тебя ничего не могу, да? Я буду орать, если это наша плата, которая нам нужна. Блин, надо было гребаный ранец сделать. Надо было гребаный летающий ранец сделать. Либо зайти просто
Так, кто ты? Малая монтажная плата. Но мне не нужна малая, мне нужна средняя. И выбросил. Так, что там было написано? А ну, кто успел прочитать? Так, давай. Малая монтажная плата, да? А, ну и оставь ее себе. Так. Средняя, ребят. Ребят, живем. Дай. Отдай, пожалуйста. Ну, гребаная текстура. Ура, 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 ура. Средняя плата. Да. Хорошо. И ты средняя плата, да? Нет, ты малая. Так, хорошо. А ты? И ты малая монтажная плата. А ты там будешь дальше висеть, да? Так, давайте посмотрим. Забрали мы ее. Малая, средняя плата. Да, забрали. Хорошо. Ладно, едем домой, пробуем. Пробуем как раз... Блин, может распилять это все? Как вы смотрите? Хотите посмотреть, как я распилю? Конечно, хотите. Чем вам еще заняться, правильно? Как не смотреть, как чувак распиливает заброшку. И левитирующая в небе малая монтажная плата. Так, ладно. Как там? Безумно трудно быть первым, да? Ладно, не буду вас мучать, не буду полностью все разрезать. Поехали домой. Попробуем, попробуем, попробуем все-таки. Так, разворачивайся, попробуем все-таки построить с вами теплицу и посмотреть, что оно такое. Но я уверен, по-любому нам там еще будет чего-то не хватать. Потому что не может быть все просто так идти. Как все по маслу, как... Все, я уже все, да. Как говорится, не можете все по маслу. Или как по маслу, или сами решайте. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Так, продолжаем наше путешествие. 1000 метров, хорошо. Так, самое главное здесь не пропустить какой-то каньон. И да, когда сделаете себе, получается, найдете улучшение на ваши болгарочки и на вашу эту штуку, которая добывает камни, то лучше улучшайте, потому что до 3-го уровня все сделала, она по-быстрому идет. Ну, то есть, как бы, вот сейчас покажу вам. Вот это у меня идет на 3-м уровне, короче, добывается руда. То есть вы сами понимаете, как она быстрее идет, чем она делала. Все, подходите, 2 раза нажали, быстро и забрали. Все, отлично. Уехали. Даже немножечко подфармили себе руды. Я только не понял, какой. По-моему, кремния. Но кремния у нас с вами за по глаза. Чисто очень-очень много. Так, не перевернись. Осталось всего 500 метров, так что не перевернись. Вот вроде и места много, вот вроде и то, что надо, но не знаю, ну... Вот, понимаешь, вот всю поверхность, к примеру, всю площадь я не смогу задействовать, что-то тут построить. Ну, то есть чисто физически. Так как у меня вот этих монтажных плат сейчас на данный момент нету. Может, какие-то прилетят торговцы, и можно будет торговать? И для этого нужна антенна? Ну, я подключил антенну, вы видели. И что? У меня там не было никаких этих, как его, кнопок, чтобы кого-то вызвать. Компьютера у меня тоже тут нету. И что делать, я без понятия. Так, ладно, мы с вами уже почти прибыли. С вами почти уже прибыли. Давай тут тормозим. Делаем красиво.
и заканчиваем. Серьезно? Средняя монтажная плата 2 из 3. Не, ребят, все. Все. Это как бы... Это все. На этом прохождение этой игры все. Не знаю. Моя оценка 2 из 10. Если бы не эти монтажные платы, если бы можно было бы это делать все в принтере, но я не могу его делать. Ну вот вы сами видели. Давайте еще раз пройдемся. Смотрите. Чертежи. Что тут есть? Так, показать заблокированные чертежи. Вот, это идут шлюзы. Здесь у нас идут солнечная панель, трансформатор, улучшение трансформатора. Здесь нету ничего. Дальше, здесь идут у нас колодцы, всякие горизонтальные резервуары, дробилки и тому подобное. Маленькая дробилка, большая дробилка. Так, средняя монтажная плата. Интересно, я смогу большую дробилку построить, либо не смогу. Цементного раствора мне не хватает. Средняя монтажная плата. Короче, ладно. Здесь что у нас идет? Теплица, большая полка, инкубатор для растений, машина для модификации семян. Компостер. Это просто купола. Все, это купола. Это не то. Дальше идет у нас что? Главный живой модуль, это не то, установка для обработки пищевых продуктов, тоже не то. Инкубатор для растений, нет. Малогидропонная полка, кровать, дальше идет верстак, на верстаке мы можем только чинить. Вот этот вот верстак, где мы сейчас пошли к нему. Идем к нему, зайдем. Да, выравнивал давление, молодец, вот. Вот этот вот верстак. Оно, на нем чисто чинить, все, починить, обновить. Блин, а где плата у меня была поломана? Ну ладно, то есть как бы здесь нету ничего такого, я не могу из маленькой, к примеру, где у меня вот маленькая монтажная плата, да? Нет, это шурупа. Мне нужна плата моя, вот. Починить, обновить нельзя, ничего починить, обновить ничего нельзя. Припой, и все. Ну, то есть, как бы, ничего тут не сделаешь. Дальше идем. Ботаника, инвентарь, ничего нету. Ботаника тут тоже, то есть, как бы, ты просто открываешь здесь. Ну, либо я что-то не понимаю. Так самое электричество, все то же самое. Здесь в принтере, где тут есть платы? Здесь плат нету. Все, это все, все, что у меня есть. Давайте пишем. Пола. Ага, я по-английски пишу, окей. Давай перепишем пола. Да, ага, плата. Нема. Нема, нема, нема. Украшения, настенные часы. Настенная вывеска, кружка, книжка, огнетушитель, сиделка, ящик, солнечный элемент, алюминиевая пластина, дополнительный аккумулятор, ящик, ракетный двигатель, пульт, пульт. Все, нема, нема. Тут все то же самое. Тут идет, вот видите. Дай. Механика. Все то же самое. И здесь все то же самое. Материалы. Все. Тут больше ничего нету. Давайте смотрим дальше. Все эти столы у меня стоят, кроме вот этой вот химлаборатории. Но у нас здесь не нужно. А тут у нас дальше идет обычные переходники. Между шлюзами, вот этим, между домами идет ангар, холодильник, вездеход. Это система против кометы. И все. Все. Шо? Где? Где плата? Где роботы? Здание, задание, ресурсы. Так. Транспорт, инструменты, ресурсы. CO2. Еда.
Так, уран, кремний, кислород, азот, метан, нет. Планета Марс, атмосфера, метеориты, кратеры. Так, дюны, полевая буря, это тоже все не то. Задание. 3D принтер. Угу. Соединительный коридор, кровать, большая дробилка дробит и разделяет полезные ископаемые, которые можно доставить, заехав на рампу. Так, столовая. Столовая это гостиная и столовая, в которой вся команда базы должна вместе есть и проводить свободное время. Соединительная капсула, коридоры. Электросистема одна из самых важных и сложных. Но мне это не надо. Мне нужны платы. Платы, понимаешь? Ракета. Ракетный щит спроектирован для защиты от метеоритного дождя. Ага. Высоходы. Прицепы. Все. Все. Нема. Нема. Технологическое древо, так, ботаника, электроника. И даже здесь нету. Может, конечно, типа здесь незавершенное производство. Может, тут как-то его потом можно будет открыть. Что это такое? Чертеж открыт. Автоматическая очистка панелей. Угу. Ну, нету, ребят, нету. Можете написать, в чем я туплю, где и делать эти монтажные платы, если их можно сделать в 3D принтере, в принципе, можно продолжить. Если нет, я реально ездить по 200 часов, тратить на это время, да не знаю, лучше серии 10 запишу, как я на кухне там готовлю какие-то блюда. Ну, либо в другую выживалку я себе скачал, и лучше попробую в нее поиграть. Он реально того не стоит. Ну, построю эту теплицу, ну, построю я столовую, и все. Тут больше, в принципе, ничего нету. Вот сами смотрите. Все, гостиная у нас есть, я сплю. Туалет у нас есть. Адаптер, отдельная капсула, это понятно. Здесь у нас идет адаптер капсулы, холл. Холл, ага. Столовая. Столовую, если мы тут поставим столовую. Хорошо. И мастерская. Все, больше ничего нету. Единственное, что можно добавить, это только химию. Ну, еще и резервуар и грузовик. Зачем оно мне надо? Незачем. Правильно. Так что все. Всем мур-мур. Эту игру я удаляю. Советую ли вам в нее играть? Ну, а зачем вам мое мнение? Сами решайте. Вы все видели. То, что вас ждет. То есть вы приехали, вы сейчас ложите спадки. Потом просыпаетесь, садитесь на свой квадроцикл и едете куда-то туда, 14 тысяч километров, там пособирали и назад, и опять спадки, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так что ладно, все. Ах да, забыл вам показать. Забыл вам показать, что бывает, когда берешь болгарочку и пробуешь распилить вот эту вот штуку. Как говорится, напоследок. Так, вездеход берешь. Так. И бум. Как говорится, ипикаэй. Грязный ублюдок. Так, ладно. Все. Всем. Пока-пока. Никогда не пилите болгаркой ваш вездеход, потому что вас током может лускнуть. Все. И он разломался, и дальше ты не можешь его не разобрать, ничего. То есть, можешь, конечно, ты его починить, но разобрать ты его дальше ты не можешь. Все. Так что все, пока-пока-пока-пока-пока-пока. Давайте, ребята, да потом играйте в хорошие игры и играйте в хорошие игры. Мур-мур.